Всем привет! Вы на канале Мистер Зайка, и сегодня у меня была в гостях Катя Лесниченко, и получилось так, то, что мы друг другу подготовили подарочки новогодние. И как бы она мне подарила вот такую вот большую коробку, сейчас я вам ее покажу. Такая вот очень большая коробка, и в ней, я сейчас не знаю, что там лежит, конечно. Ну, давайте уже смотреть, мне кажется, там что-то для пэтов. Потому что я подготовила для пэтов. Мне не терпится ее открыть. Давайте сначала вам покажу. А, нифига себе, там для пэтов, точно! Посмотрите. Нику. Ну, я, короче, сейчас все достану. У меня даже письмо такое маленькое есть. Сэму вижу. Он Рафаэля. Так, давайте, короче, смотреть. Мне просто очень интересно, что это такое. Максику сразу вижу, да. Давайте смотреть. Я думаю, давайте сначала посмотрим письмо. Вот, такое маленькое письмецо от Кати Лесниченки. Я забыл ее отчество. Канал Мистер Зайка от канала Няша Зайчик. Желаю 100 подписчиков. Ну, она сейчас у меня, конечно, канал не Няша Зайчик, а LPSK2006. Там она там снимает сейчас видео. Вот такое вот маленькое письмо. Тут ничего нету. Давайте приступим к рисункам. Катя мне нарисовала разные рисунки. Очень красивые рисунки. Но я сейчас, наверное, все достану и буду приглашать в нашу студию разных пэтов. Ну, давайте уже начнем. Смотрите, что я нашел в этой посылке. Там лежала вот такая вот заяц такой милый. Вообще. Конечно, на камеру он выглядит какой-то сердитый. Но в реальной жизни он милый вообще. Ну, привет. Привет. Ну, как тебя зовут? Меня зовут Лиза вроде бы. Хорошо, Лиз. Ладно. Если что, тут, мне кажется... Что-то есть. Ну, я не знаю точно, но мне кажется, что-то есть. Что-то есть. Посылка. Ну, это я вижу, что тут посылка есть. Это логично. А, хорошо. А где мне? Я за кадр вышел? Нет, не надо тут. Постой тут, ладно? Хорошо. Это наша гостья. Ее зовут Лиза. Ну, я ее так пока что назову. Хотя у Кати она тоже была Лиза, вроде бы. Не помню. Вот там еще были вот такие два ластика тролля. Два ластика тролля. Это диджей, а это ручеек. Ну, я поставлю их вот сюда, и они, наверное, пойдут в комнату к Максику. Давайте уже позовем нашу дорогую Рафаэлу в студию. Я пришла. Ну, привет. Привет. Ой, а кто это такая? И что-то я не помню. Это новая наша гостья. Привет. О, привет. А как ее зовут? А ты у нее спроси. Как тебя зовут? Меня зовут Лиза. А, очень приятно познакомиться. Так что, подарочек? Ну да, бери. Вот тебе вот дали вот такой вот красивый портрет. Ой, большое спасибо, LPSK2006. Я очень рада. И у тебя есть тут какой-то сюрприз. Я не помню, посмотри. Хорошо, я сейчас посмотрю. Тут пороюсь, конечно, чуть-чуть. Ой, извините, просто мне очень не терпится. Светки сразу вижу. Сейчас посмотрю вот в этой кучке. Вот, смотрите, какая у меня красивая. Это тут Рафаэль написано. И еще у меня есть вот такой портрет, который очень красиво. Давай, давай, распаковывай быстрее. Хорошо. Ой, смотри, какая мне прикольная шапочка. И еще там было вот такое вот прикольное зеркало. Здорово, Рафаэл. Тебе нравится? Да, мне очень нравится. Большое спасибо, канал LPSK2006. Пока. Ну, пока. А Ника позови, хорошо. Я иду. Че, что-то есть для меня, что ли? Че? Ой, посылка приехала. Да не посылка это новогодний как бы презентик от LPSK2006. Большое спасибо, LPSK2006. Вот у тебя еще тут есть портрет вроде бы, сейчас достану. Да, тут есть портрет, вот он, смотри, какой красивый. Ой, мне уже нравится, прям похож. Давай уже, открывай там. Хорошо. А почему у Рафаэла большая, а у меня такая маленькая?
Ну, я не знаю, открывай, вдруг там много. Ну, окей. Большое спасибо. Давай уже. Да, давай. Смотрите, какая у меня крутая еда. Здорово. Сейчас поем. На студии не едят. Окей, все, пока. Пока. Большое спасибо, канал ЛПСкий 2006. Позови кого Максика и Аделину. Хорошо. А еще Светку позови. Хорошо. Чего они там так долго? Привет. Привет. Ко мне посылочка пришла, что ли? Первый раз. Первый класс, я пошел. Что тут, посылка, что ли? Посылочка? Посылочка? Да, вот тебе посылка. Вот вижу, вижу, на. Ой, посылочка. Вот моя тоже. Большое спасибо. Не за что. Смотри, какая у меня свинка миленькая. И тут еще рыбка у меня маленькая есть. А мне понравился лимонадик. Я хочу выпить. Нет, нельзя, только после съемок. Ну ладно, еще тортик. Ну-ка, быстро ушла отсюда. Ну ладно, я не буду есть, уж тут прям сразу разошелся. А мне LPS Кейт вроде бы, да? Да, посылка это LPS, кстати, Кейт. 36. А мне вот такая вазочка. Ой, а кто это? Кто это? Меня зовут Лиза. Очень приятно быть знакомиться. Но мы пошли. Все, пока, пока. На-на-на-на-на-на. Я ухожу, я ухожу. Все, пока, пока, пока. Большое спасибо, канал LPSK 2006. Пока. Пока. Позовите этого Сэма в студию. И Груню. Хорошо. Че ты меня звал? Я не понял, что ты тут надо? А привет. Привет. Ну, вам посылочка пришла. Ой, где? Ой, вот Хрюни. Сэму, смотри, Сэму. Пойду распакую. Я тоже пойду. Ну все, давайте, распаковывайте и приходите. Эй, смотри, у меня суши и очень красивый бантик. Я очень рада, спасибо. А кто это посылочка? От канала Пескей 2006. Спасибо тебе, канал LPSK 2006. Спасибо тебе, канал. Тут у меня много яблок и морковка. Морковка, морковка, морковка. Большое спасибо, канал LPSK 2006. Я очень рад. И я. Пойдем. Ну, пойдем. А, давайте я приглашу в студию Красочку. Привет. Привет, Красочка, тебе подарочек пришел от LPSK 2006. Я очень рада. Сэм, позови еще эту. Кого? Я уже почти ушел. Да, эту. Кто там еще остался? Там осталась еще Элина. Элину позови. Хорошо. Ой, привет. Привет. Звал? Ну да, звал. Ой, тут нам подарочки пришли. Я очень рада, мне очень интересно посмотреть. Ой, ура. От канала LPSK 2006. Ну как тебе моя корона? Она мне очень нравится, а тебе? А мне тоже нравится. А мне LPSK 2006 прислала игрушечную рыбку, наверное, для Максика. И вот такую вот пончик. Угу. Большое спасибо, канал LPSK 2006. Мы очень рады, и сегодня мы поздравляем тебя с Новым годом, прошедшим Новым годом, потому что он уже был. Большое спасибо. Пока. А вы стоп, а кто это? Кто это? Меня зовут Лиза. Понятно. Ну ладно, пока, Лиз. Пока. И все, подарочки закончились. Теперь мы будем просто так распаковывать. Еще там были вот такие вот красивые рисунки. Это рисунок Наде, нашему Сэму, наверное. Да, Сэму. И, конечно же, Элине. Мы потом их за кадром позовем в студию, и они придут и будут очень рады. Сейчас я распакую вот такой вот. Это там ничего не написано, так что мне очень интересно узнать, что там. Там вот такая вот была прическа, а я знаю, от кого она. То есть она там от маленького зайки, который у меня был. Мы раньше поменялись. Ну, я не буду звать его в студию. Я пока положу этот аксессуар вот сюда. И мы откроем следующую коробочку. Вот такую вот посылочку. А, наверное, это для всех.
Наверное. Вау, посмотрите на это. Тут 4 морковки целых, тарелка с едой и рыбка такая вот. Наверное, для Максика. Я буду использовать ее как игрушку для Максика. Большое спасибо, канал LPSK 2006. Вот это и последние там 2 посылки. То есть вот это еще одна. Сейчас мы ее будем открывать. Вот я открыл ее. И там цветочек. Такой вот. И смотрите, там внутри было написано «Розетта». Давайте пригласим ее в студию, подарим этот прекрасный букет роз. Ой, привет, вы меня звали? Ой, это что, мне что ли? Да, это тебе от канала LPSK 2006. Ой, большое спасибо, LPSK 2006. Я очень довольна и рада своему букету цветочков. Я желаю тебе больше 1000 подписчиков на твоем канале. Большое спасибо. Ну и последнее, такой вот. И там внутри было то же самое написано, как и Розетте. Там было написано Лизе, значит точно, тебя так и зовут. Ой, это что, мне что ли? Да, это тебе с канала LPSK 2006, и ты наша новая новосел. Ой, большое спасибо, LPSK 2006, я очень рада. Это так здорово, что я теперь у мистера Зайки. Да, ну ладно. Спасибо, я очень рада. Все, пока. Пока. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мистер Зайка. Всем пока-пока.